Здравствуйте, друзья! Я хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь музыкой. Поблагодарить ваших родителей, поблагодарить ваших замечательных педагогов. Потому что то, что вы в детстве выбрали музыку в качестве своего любимого занятия, это очень важно, очень здорово, это очень пригодится вам в жизни. И не важно, какой инструмент вы выберете. Может быть, синтезатор, может быть, кларнет, может быть, скрипку или саксофон. А главное, что вы занимаетесь Ее Величеством музыкой. Конечно, вот с самого раннего детства я тоже с 5 лет был отдан в музыкальную школу, и у меня не было настоящего большого рояля. Да и сейчас тоже много у кого нет такой возможности приобрести большой рояль, потому что он очень громоздкий, очень дорогой. Но сегодня есть очень хорошая альтернатива для этого. Это цифровые фортепиано. Вот передо мной такой пример замечательного цифрового пианино Casio, которое обладает несомненными достоинствами. Оно небольшое, оно недорогое, оно красивое и очень хорошо звучащее. Послушайте. Учиться музыке легко вместе с цифровыми инструментами Casio. Учитесь, занимайтесь, любите музыку, участвуйте в конкурсах, радуйте своих близких и родных своими успехами, и жизнь станет краше, жизнь станет веселее, жизнь станет гармоничней. Всегда с вами Дмитрий Маликов.